Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить торт творожный Наполеон. Нежный, сочный, вкусный и ароматный. Причем творог мы будем использовать как в коржах, так и в креме, благодаря чему получим самый творожный торт из всех существующих. Это настоящая находка для тех, кто любит творог и не отказывает себе в сладких десертах. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала возьмем 100 граммов сливочного масла и растопим его. Растопленное масло пока отставляем в сторону, чтобы оно остыло. Теперь берем 350 граммов творога и добавляем в него 2 яйца, 170 граммов сахара, это примерно 1 200-граммовый стакан без горки, и 10 граммов ванильного сахара, это, как правило, 1 пакетик. С помощью погружного блендера перетираем творог с яйцами и сахаром в однородную массу. Кстати, творог я использую магазинный, жирностью 5%. Но чем жирнее творог вы возьмете, тем лучше. Еще, если у вас нет погружного блендера, то творог можно протереть через сито, а затем просто смешать с остальными ингредиентами. Пока мы занимались творогом, растопленное масло уже остыло, поэтому отправляем его в творожную массу и хорошо все перемешиваем. Если вы используете очень жирный домашний творог, то масло можно не добавлять. В этом случае муки вам понадобится немного меньше. Если же вы, как и я, будете добавлять масло, то муки вам понадобится плюс-минус 400-450 граммов. Вводить ее в творожную массу желательно через сито. Сюда же добавляем 10 граммов разрыхлителя, это, как правило, 1 пакетик. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем очень мягкое и практически не липнущее к рукам тесто. Сначала с помощью лопатки, а затем просто руками. Если тесто вам кажется слишком липким, то добавьте еще немного муки, но совсем чуть-чуть, чтобы не забить тесто. Иначе вы рискуете получить резиновые коржи и дубовый торт. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30-60 минут. А пока можно заняться кремом, для приготовления которого нам понадобится 3 яйца, которые нужно разбить в кастрюлю или сотейник с толстым дном. Сюда же добавляем 170 граммов сахара. Напомню, это примерно 1 стакан. Слегка перемешиваем яйца с сахаром. И добавляем к ним 50 граммов муки. Это примерно 2 столовые ложки с приличной горкой. Еще раз хорошо все перемешиваем, стараясь, чтобы яичная масса получилась без комочков. Берем пол-литра молока, желательно горячего, и аккуратно тонкой струйкой вливаем его в яичную массу, которую при этом нужно непрерывно помешивать. Естественно, можно использовать и холодное молоко, просто потом немного дольше придется постоять у плиты. Ставим кастрюлю с яично-молочной массой на огонь и, постоянно помешивая, доводим ее до кипения. Если вы использовали горячее молоко, то этот процесс займет у вас буквально пару минут. Как только крем загустел и вы увидели первые бульки, варим крем еще буквально 1-2 минуты и снимаем с огня. Чтобы заварной крем быстрее остыл, перекладываю его в широкую тарелку. Накрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы на его поверхности не образовалась корочка, и оставляю остывать до комнатной температуры. Но вернемся к тесту, которое к этому времени уже охладилось. Перекладываем его на поверхность, слегка присыпанную мукой. И делим его на 12 примерно одинаковых частей. Каждую часть округляем в небольшой колобок и выкладываем на доску, присыпанную мукой.
11 колобков пока убираем в холодильник, а один оставляем. С ним мы сейчас будем работать. Берем лист пергаментной бумаги, выкладываем на него наш колобок. Сверху кладем еще один лист пергамента и с помощью скалки раскатываем тесто в тонкий пласт. Теперь берем донышко от формы диаметром 16 см или же тарелку такого же размера и по ней вырезаем заготовку будущего коржа. Обрезки убирать не нужно, они будут выпекаться вместе с коржом. Накалываем заготовку вилкой, чтобы она не вздулась во время выпечки. И отправляем ее в уже разогретую до 180 градусов духовку, где корж будет выпекаться на протяжении 6-10 минут или до золотистого цвета. Пока выпекается первый корж, достаем из холодильника следующий колобок и точно так же формируем заготовку второго коржа, то есть раскатываем его между двумя листами пергаментной бумаги. Кстати, толщина заготовки должна быть около 1-2 мм. Затем вырезаем по шаблону и накалываем вилкой. Достаем первый корж из духовки и перекладываем его на решетку или тарелку, застеленную бумажным полотенцем. А заготовку второго коржа отправляем в духовку. Точно так же выпекаем остальные 10 коржей. Вот такая стопочка готовых коржей у вас должна получиться. Оставляем их пока остывать до комнатной температуры, а сами продолжим готовить крем. Нам понадобится 350 граммов творога, а также уже остывший до комнатной температуры заварной крем. Добавляем пару ложек заварного крема в творог и с помощью погружного блендера начинаем их перетирать в однородную массу. Постепенно, по 2-3 ложки добавляя заварной крем в творожную массу, стараемся добиться максимально однородной и гладкой консистенции. Как я уже говорила ранее, если у вас нет блендера, то предварительно пропустите творог через сито, а затем просто смешайте его с кремом с помощью венчика. Чтобы сделать вкус крема интереснее, по желанию в него можно добавить 70-100 граммов белого шоколада, который предварительно необходимо растопить. В итоге у вас должен получиться вот такой крем, и не слишком густой, но и не жидкий. Он достаточно легко стекает с лопатки, но при этом уже держит форму. Для удобства я перекладываю готовый крем в кондитерский мешок, но, естественно, это совсем не обязательно. Начинаем собирать торт. Выкладываем на подложку первый корж. По желанию, предварительно на подложку можно нанести немного крема, чтобы корж как бы приклеился и не ерзал во время сборки. Наносим на корж крем достаточно тонким слоем, не более 5 мм. Слегка разравниваем его лопаткой и накрываем вторым коржом. По такому же принципу собираем весь торт. Единственный нюанс. Торт получается достаточно высоким, около 10 см. Поэтому без формовочного кольца сделать его идеально ровным очень сложно. Я надеваю формовочное кольцо на торт, когда несколько слоев торта уже собрано. Опять-таки, по желанию, между формовочным кольцом и тортом можно проложить ацетатную пленку или пергаментную бумагу, чтобы потом это кольцо было легче снимать. Кстати, последующие коржи я слегка придавливаю, тем самым уплотняя торт, чтобы он лучше пропитался. Если формовочного кольца нет, то можно либо разделить коржи пополам и сделать два невысоких тортика, либо использовать подручные средства. Например, сделать формовочное кольцо из картона и обернуть его фольгой. Или использовать борта от разъемной формы. Последний корж кремом не смазываем. Накрываем формовочное кольцо с тортом внутри пищевой пленкой и отправляем его в холодильник на 2-3 часа. Через указанное время достаем торт. Снимаем формовочное кольцо, а затем и ацетатную пленку, если вы ее использовали. И обмазываем оставшимся кремом сначала бока торта, а затем и верхний корж. Наш торт практически готов,
осталось только его украсить. Для этого мы будем использовать обрезки от коржей, которые необходимо измельчить любым удобным для вас способом. Я буду это делать с помощью блендера. У вас должна получиться вот такая крошка, которой нужно просто обсыпать торт со всех сторон. В принципе, мой торт уже готов, и можно было бы его оставить так, как есть, поскольку это классический внешний вид Наполеона. Но мне хочется его украсить дополнительно, поэтому я добавляю немного свежей голубики и несколько листиков свежей мяты. Вот такая красота у меня получилась. Как говорится, простенько, но со вкусом. Кстати, вес этого тортика получился чуть больше 2 кг. То есть он не только достаточно высокий, но и вполне себе тяжелый. Но давайте же его разрежем и посмотрим, какой он внутри. А разрез у него просто восхитительный. Кусочек творожного Наполеона выглядит не только красиво, но и очень аппетитно. Воздушные коржи, пропитанные вкуснейшим кремом, даже внешне выглядят очень сочно и вкусно. Обязательно приготовьте такой торт своим родным и близким и побалуйте их вкуснейшим и где-то даже полезным десертом. Все-таки почти половина веса этого торта – это полезный во всех смыслах творог. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!